Летние лагеря для детей, находящихся в социально опасном положении, ежегодно проводятся по инициативе регионального управления МВД. В этом году для трудных подростков подготовили 9 профильных смен с символичными названиями. «Ни дня без добрых дел», «Я гражданин России», «Юноармейский калейдоскоп» и «Территория детства». Во время отдыха воспитанники пройдут различные программы, направленные на формирование правового сознания, законопослушного поведения, развитие дисциплины и самоконтроля. Также специалисты уделят внимание раскрытию индивидуальных особенностей каждого подростка. Ребят ждет и насыщенная культурная программа. Для них подготовили интересные спортивные и творческие мероприятия. В течение всех лагерных смен дети круглосуточно будут находиться под присмотром инспекторов по делам несовершеннолетних.